Я был там, отдыхал когда-то. Но это было в советские времена. Был Азербайджан. У нас одежда была, обувь была. Все у нас было, а теперь у нас нет ничто. Сходили в магазин. Где нас азербайджанцы? Всегда красивые ребята были. Азербайджанцы вообще кормили? Кормили. Одевать одевали. Да. Да. А сейчас нет ничто. Спасибо большое. И вам спасибо. Гранаты. Вино. Болтающие одногруппники у нас. На горный Карабах. Мусульмане. Хорошо мусульмане, все. Баку? Каспийское море? Еще. Пахлава? Ребята хорошие знакомые есть в Азербайджане. Я помню, зъебалых говорили они, хорошие зъебалых. Приглашали даже. На Евровидении Азербайджан был, мы за него болели. Мы помним, да. Вы красиво поете. Спасибо. Пожалуйста. Азербайджан, Баку, нефть, красивая столица в Азербайджане, Баку, вино гранатовое, азербайджанское, тоже обожаю. Столица Стамбул, нет, не Стамбул, Баку. Sorry, we don't know the country. I mean, we know where it is, but we have never been. Maybe somewhere, the place. Yeah, I mean it's in the south of Russia. Situated. Yeah, it's in the south of Russia. Yes, that's true. Природа. Как кухня. Да. И народ добрый, отзывчивый, гостеприимный. В принципе, наверное, все. Вы были там сами? Нет, конечно, но мы бы хотели туда съездить, потому что это очень красиво. Вообще, такие места, на самом деле, очень притягивают. Спасибо, Жень. Смотрим только картинки. Пока. Вы знаете, когда я давно-давно училась в школе, мы отмечали юбилей. И вот каждому классу досталась республика. И нашему классу достался Азербайджан. И мне, по-моему, было лет 10. Я танцевала азербайджанский танец. Вот был танец и с кувшином. И у нас была азербайджанская музыка на пластинке. И вот мы танцевали, пели. Моя страна, в которой я росла и всю жизнь прожила. Огонь, вода, нефть и богатая страна с фруктами. Страна очень богатая и национально, и культурно, и природно. Приезжайте! Спасибо.